игра – слабое звено. Каждый из игроков, находящихся сегодня в студии, может заработать до 320 рублей. Юрист, 35 лет, Москва, Сергей. Семен, столица, 39 лет, работаю. Татьяна. Виталий, 47 лет, город Пилот. Андрей. В каждом раунде вы можете выиграть до 40 рублей за ограниченный период времени. Но если успеете сказать слово «Семен» до того, как будет задан вопрос, вы сохраните деньги, однако цепь ответов начнете строить заново. На первый раунд вам дается 10 секунд. И мы начнем с игрока, чье имя первое по алфавиту. Это вы, Семен. Итак, играем в слабое звено. Андрей, поворотик. Кто из трех теноров не испанец, а итальянец? Каррера. Неверно, повороте. В каком городе родился Иисус Христос? Москва. Неверно, Вифлеем. Кто был другом Гарри Поттера? Драко Малфой или Рон Уизли? Татьяна. Правильный ответ – вратарь. И в этом раунде вы смогли положить в банк 6 рублей, хотя могли заработать 40 рублей. Лучше всех в первом раунде проявил себя Семен. Слабое звено – Семен. Ни одного верного ответа. Голосование окончено. Пришло время узнать, кто, на ваш взгляд, самое звено. Елена, увы. Простите, но Елена. Татьяна. Семен. Елена, я очень рад, что вы приехали в Москву, но теперь вы должны сеять в Брянске. Сергей, кто вы? Я гей, работаю адвокатом. Идите нахуй. Вы самое слабое звено. Прощайте. Этот раунд будет короче предыдущего на 2,5 минуты. Что за оружие представлял собой легендарный Экскалибур? Какой французский физик 17 века сформулировал основной закон гидростатики? Пас. Паскаль. Тяжелее или легче 150 граммов шайбы для игры в хоккей? Тяжелее. Правильный ответ – окрошка. На этот раз вам удалось положить в банк лишь 9. Кому не по зубам орешек, чьим любимым словом оказалось слово «Семен». По статистике, сильным звеном был Андрей. Слабое звено – Татьяна. Милый зайчик Татьяна, вы самое слабое звено. Прощайте. Я считаю, что это женская дискриминация, мужская зависть и скрытая Татьяна. Раунд третий, и у вас в банке всего лишь 80 тысяч. Хотя могло быть 15 тысяч рублей. Изображен ли на картине Перова чаепитие в мытищах самовар? Да. Пизда. Как звали мальчика, который попал в страну невыученных уроков? Вовка. Кто из апостолов усомнился в воскрешении Христа? Петр. Правильный ответ – Аристотель. На этот раз вам удалось заработать 5 рублей. Кто так быстро бежал к цели, что потерял по дороге 5 рублей? По итогам третьего раунда сильное звено Семен. 3 правильных ответа. Слабое звено Владислав. 3 правильных ответа. Заметила ли это команда? Виталий. Какая интересная ситуация сложилась у вас в команде. У нас 3 слабого звена. Именно сильное звено должно сделать выбор, кто покинет команду. Виталий, Виталий или Виталий? Семену это не понравилось. Вы, Виталий, прощайте. И к этому моменту вам удалось заработать 20 рублей. Как именуют круглое окно на судне? Пас. Иллюминатор. Дмитрий, кем был дядя Вова, оказавшийся в галактике Кин-дза-дза, прорабом или врачом? Врачом. Неверно, Париж. Молчание – золото. Но не в моей игре. Общая сумма вашего выигрыша составляет 30 рублей, хотя могли бы заработать 160 тысяч. Сколько человек от каждой команды находится на площадке при игре в профессиональный кёрлинг? Трое. Неверно, 160. Чей чемодан знаний весит не больше 320 тысяч рублей? Виталий, хочу вас спросить про петуха. Над вами смеются все летные и кабинные экипажи. До встречи через 20 лет. В какую науку значительный вклад внес Андреас Визалий? В ботанику или анатомию? В анатомию. Водительское удостоверение. Какой скульптор создал монумент рабочий и колхозница? Вера Мухина. Неверно, Джоконда. Как называются карандаши без оправы различных красно-коричневых тонов? Вы не успели ответить на вопрос. Правильный ответ – медленно.
За этот раунд вы положили в банк всего лишь 6 рублей. В 7-м раунде мы удвоим ту сумму, которую вы заработаете. Это значит, что в следующем раунде у вас есть возможность выиграть 80 рублей. Но сейчас вам нужно ответить на главный вопрос. Кому уже не поможет водительское удостоверение? Уже 4-й раз за игру Семен уйдет домой за шаг до финала. Семен, Виталий, какая солидарность? Вы в сговоре? Семен объективнее, сильнее нас троих. Поэтому здесь выбор его между мною и мною. Кого он выбрал, с тем он играет. Вот и все. Сергей, команда вынесла вам приговор. Вы, Сергей, прощайте. И вы смогли заработать 47 рублей. Из возможного приза в 240 тысяч. Вас осталось только темеры. На этот раз в вашем распоряжении будет всего 240 секунд. В этом раунде, напомню, вы можете выиграть 80 рублей. Кто автор общей теории относительности, Эйнштейн или Ньютон? Эйнштейн. Неверно. Муэдзин. Как называют мужской деловой костюм, состоящий из брюк, пиджака и жилета? Тройка. Неверно. Саксофон. В этом раунде вы двое смогли заработать 8 тысяч рублей. Общий приз сегодня составляет 63. Итак, Семен. Семен. На кон поставлено 63. Какое имя носил отец принца Гамлета, явившийся сыну в виде призрака? Йорик. Это неправильный ответ. Правильный ответ тоже сепия. Какое реально существующее животное греки называли Семен, то есть помесью верблюда и леопарда? Это жираф. Что, согласно легенде, растворила и выпила на Перу с Марком Антонием царица Египта Клеопатра? Яд. Это неправильный ответ. Правильный ответ – окрошка. Из чего был дворец, построенный для шутовской свадьбы подданных императрицы Анны Иоанновны? Готов ответить. Это знаменитый Семен. Дом изо льда, соответственно. Это правильный ответ. Вы сегодня самое слабое звено. И вы уходите домой с суммой 63 рублей. Виталий, вы сильное звено. Вы смотрели программу «Слабое звено». Это была всего лишь игра. До встречи.